Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня в магазине «Галамарт». Это торговый центр «Светофор», город Балашиха. Пойдемте с вами смотреть, есть ли тут новогодние товары, новогодняя коллекция. И ура, да, здесь уже елочки есть. Покажу вам поближе все ценники, сможете разобраться, посмотреть высоту елочек. И общим планом. Ну что, как всегда, гирлянды. Общим планом вам тут покажу. Есть даже бахрома. Держатели для гирлянды проводов по 95 рублей. Хорошая, кстати, вещь. Вот такие держатели 69 рублей. Удлинитель 119. И вот такие классные шнуры. LED-шнуры. Для дома и улицы. 800 рублей. Есть цветные, есть белый свет. И поменьше. Много украшений буду показывать общим планом. Если что-то мне прям понравится, отдельно, конечно же, покажу. Какие классные шарики с мишками. 279 пластик. И смотрите, какие куколки с бубенчиками можно взять в комплект к тем девчулькам из фикс-прайса. 239 рублей подвески. Совушки какие. Ой, красота. 239. Кстати, есть еще беленькие. Олени. 239 рублей. Ну и шарики. Это все пластик. Будем искать с вами стекло, конечно же, тоже. Но тут пока только пластик на этом стенде. Маски. Птички. Две штуки. Набор. Хорошенькие такие, тяжеленькие. 129 рублей. Какие шарики классные. Елочка 469, а вот елочка стекло. Олень 379, тоже стекло. Нет, это керамика. И вот такая шкатулка. Сказочная. Еще шарики, тоже все пластик. Следующий стенд, тоже пластик. Такие симпатичные. Олени, еще в серебре. Светильник, 400 рублей. Домик. Елочка, светильник. Подсвечник какой-то уже интересный. Фигурка декоративная. Полирезин. Два вида осталось.
Ну, вообще указано два дизайна. Вот они два и есть. И вот такие замечательные фоторамочки. Конечно же, руки у меня уже все блестят. Это Новый год. Красивый день. Угу. Вот еще, кстати, красоточки. 239 рублей. Вот этот стенд очень классный. Смотрите, здесь мешочки для подарков. Цены, в принципе, приемлемые. Наполнитель. Цвета разные. Всякие бантики. Посмотрите, какие классные подвески. Конфетки. И вот тут, ну просто супер. Какой мороженка. Какой домик. Цены, конечно, но есть и поскромней. Шкатулки. Даже с замочками, с ключиками. 179 рублей. Вот такие шкатулки жестяные. На молнии есть в виде сердечек двойных. И вот еще какие красотульки. 359 рублей. Гномики, девчульки, ленты, шкатулки, коробочки. Еще один стенд. Здесь большие украшения. На дверь отлично подойдут. Колокольчики. И не так уж и дорого. Я от Гала Марта на самом деле ожидала других цен. В этом году поскромнее. Поскромнее, да. Ой, какие шарики классные. Тут у нас дракончик. Год дракона. Ангелочки. 95 рублей. Так, а вот это... Нет, жалко, пластик. 95 рублей. Такой классный Дедушка Мороз. Это еще девчульки. 359 рублей. Хлопушка. Так, вот еще один стенд. Пакетики. Но здесь поскромнее, чем в фикс-прайсе. В фиксе мне больше понравились пакеты. Большие шары для каких-то уличных елок. Диаметр 14 сантиметров. Пластик. И поменьше 10 сантиметров. Вот это красивая композиция, мне понравилась. 83 рубля. Вот такая. А то же самое, да, то же самое. Есть еще вот такая с яблочком в красном цвете с елочкой, с шишкой. Симпатичные такие наборчики. Веточки. Букет новогодний собрать можно. Мишура. Мишура зеленая. 239 рублей. 2 метра. Такая 119. Тоже 2 метра. Ну и наборы шаров. Есть веточки еще и с синими украшениями. И золото. Тоже красивое. Сверкает.
Ой, какая мишура. Внизу колпачки. Или нет, носочки. Это носочки, да. А тут еще пакетики маленькие. Всевозможные новогодние мишки. Ну и, конечно же, символ года. Дракончики. Угу. Мягкие, классные. Есть не мягкие, но тоже классные. Дракончики побольше. Ой, какой и яркий. 600 рублей. И всевозможные, что вот это вот. Вот это мишка, а это какой-то бурундук. Чип и Дейл. Или белка. С таким хвостом, наверное, белка. Ой, волчонок. Тоже классный. Смотрите, а есть прям Горыныч. Ну и последний стенд с Новым годом на сегодня. Здесь всевозможные ободочки. Даже, смотрите, с косой есть. Очки. Резинки новогодние. Вот это классно. 59 рублей. Снег. Бабочки. Птички. На прищепках. 119 рублей штучка. Маски. Вот такие ободочки классные, мягкие, с мишками. Ну и для девчонок волшебные палочки, короны и колпаки. Ну что, сегодня мы с вами посмотрели коллекцию к Новому году в магазине Галамарт. А завтра будет видео, посвященное другим товарам интересным и классным, которые я нашла в этом магазине. Всем до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.